Еще у него у нас вроде как по счету 8 сия, да, набойщика на балкраса. Ну что, я захожу, и как почему-то не странно, я батыла. Пью, и мы батыла, пью. Ну, все, муфтыка. Ну и как вы видите, я поставилась. No comments. Я себе поставил, ну, вышел вот такой вот таймер. Самое ненужное место. Ну и, конечно же, как ни странно, мы добьем фу синенькую и убьем единственную роду боина этого. Живот этого. Да, не самый лучший вариант, но единственный. И помолчать пока что стоит. Ну все, едем на заказ. А мы живота сижу. Ну все, мы начали загружаться. Сейчас поедем. Блин, мой автомобиль поведи. Спасибо хуя за отстой. Да, вот меня бесит вот этот баг. Что типа, тут уже батарея, но с этой стороны просто баг. Не, ну вот я сейчас подумал, пойду за тем чувакам. Но я передумал. Потому что Джайл звезду поправил, мне не хочет, что-то не хочется. А вот в Бусаеву ехать в таком режиме, это вообще no comments, без бана. Светофор. А сейчас выключится. Да. И вот тут самое непонятное. Стокенция. Сейчас тут подъем небольшой, на подъем. Теперь мы спускаемся. Да, я не запишу вот по Майнкрафту. Теперь ешки взлет. Снижаем скорость. А уже все? Понял, принял. Ну все, мы разгружаемся. А там я не засекал. Да, теперь я знаю, что вот эта вот тропинка в обход вот эту, вот этой вот запятуйки. Самое то. Баба чуть пябляб. Блин. Ну, подождите. Я думаю, что кто не ткует, тот не живет. Поэтому. А, подождите, я что, уже во дворах? Ну, кажется, что же это. Сигма. Что, кажется, за это бан не можно получить. Я просто съехал. И сразу тут дворы. Да нельзя за это бан получить. Поэтому, братики и братисочки, пользуйтесь на здоровье. За мной кто-то догонится. Смотрим на мини-карту. За мной кто-то догонится. Блин, и меня прям ждет жажда. Лос компани. Не компани, а больше мы разбьешь. Личная карточка. Ну, мне пока не повезло. Я думаю, что из-за этого Джей не будет. А вот за это будет. Блин. Да, и вот эта новость через 5 минут состоит за пополнение автосалонов и мотосалонов. Мне, честно, не радует. Так, казик мы его просто. И да така. Эпхэ, камон, бру, типа.
Когда мы зифуем, понемногу начинает нагреваться. А, я кажется понял, у меня предупреждение. У вас еще 5 секунд, чтобы покинуть. Я все понял, нужно успеть до вот этого вот мини-зайла. Либо он все. Жопа. Ну, понял. Да, вот сейчас у меня вот эти инкассаторы. В общем-то, передо мной остановились, да, и выехать. Ну, мое уважение, слово все решает. Без конфликтов. Понял. Типа. Ну да, ничего не забываем, мы уже... До карты же проехала. Ну, уже в ТК. Задаем фуру. Да, моя бывшая компания Агуэс и его противник Кингс. Так, что за... Задаем грузовик в компанию и убираем... Пусини. Не очень ничего не понял. Так, выбираем. Стоп, он был. Блин, это он Лондер. О, прям что нужно, почти как в Эдуа. Машина, так у меня еще там тачка. Еще сокращенный маршрут. Да дядь, это просто вообще чужой аппарат. Отстояем все наши действия. Что я скажу? Ну и спавни нас присэп. И теперь устоять вообще на загрузке. Ну и после нее. И потом шуэстайм. Все, мы на загрузке шуэстайм. И мы отправляемся в 21.14 и 44 минуты. Да, я сразу говорю. Ну, сразу предупреждаю, вчера говорю, что вот эту дорожку я взял из идеи Малфоя. Поэтому, если кто-то сказал, что это просто фейк, то вы сами все слушай. Блин, я же пропустил вход. Хорошо, мы поедем типа в стоечке. Но разница, но и просто штраф пока мне не дают. Сворачиваем на эту обновленную тропинку. Так. Вот тут у нас все есть. Мы к нему привязаемся и на него сворачиваем направо. На обновленный мост. И едем. Ну и теперь главное едем из Диуску Гаей. Так, а куда здесь сворачиваем? Да, я ничего даже не знаю толком. А, мы едем на елку, получается, вот сюда. Так, теперь смотрим наше направление. Все удачно. И вот отсюда мы сворачиваем вот на эту тропиночку. И едем. Ну, и что мы едем? Узнаем, что там да как. Да, честно, это тропинка, раньше это была просто имба. И не туда свернул! Блин! Я не туда свернул. Нафига? Блин. Ну теперь следующий груз, и я вам покажу совсем правильную дорогу. А теперь щелк-щелк-щелк, и мы на загрузке. Щелк! А, ну я еще укажу, поехал не в ту сторону. Ну тут просто можно смело сказать. Дебил, это я. Так, ну я как-то приехал снова к этой тропинке.
Опять засворачиваю на нее. Я сейчас есть маршрут буду записывать. Вот такими вот маневрами мы поворачиваем. И еще других. Ну, привет. Всем. И теперь мы поворачиваем сюда, на совсем новую сторону. Зуба. Это. Опа. И едем дальше по этой тропинке. Ну вот и все. Теперь мы уезжаем вместе. Где, в общем-то, все стоят. Ах ты. Я забыл, блин. Автомеханики, да. Примерно все. Я на УАЗе едет фура. Вы все видели, поэтому no comments.